Сегодня я хочу вам показать свои покупки с магазина Каприз. В покупках у меня сегодня бренд Париса. Это такой бюджетный бренд. У него есть вот такая вот палетка теней. Называется она Bon Voyage. У нее преимущественно оттенки такие больше, как пыльная роза. Есть пару таких вот темных цветов. Я сейчас ее покажу. В палетке присутствует пара сияющих оттенков, они такие, знаете, как маслянистые, без крупных каких-то блесток на глазках, думаю, будет смотреться очень нежно, то есть это не какие-то яркие блестки. Здесь я свотчи показываю на голой руке, без каких-либо подложек, чтобы вы могли посмотреть пигментацию и качество. У матовых оттенков очень насыщенная пигментация, текстура как такая шелковая, для такой бюджетной палетки это просто находка. Самые темные оттенки из палетки ложатся тоже без пятен. Следующие это вот такие вот голографические блески, тоже от этого бренда Париса. Они есть вот таких разных цветов. У них очень приятная такая сладкая душка. Сами блески содержат очень мелкий микрошиммер. Вот сейчас я буду на ручке показывать. То есть это не крупные блески. Они не будут ощущаться на губах. Светло-розовый блеск мне показался самым нейтральным. В преддверии праздников, мне кажется, такой блеск может стать отличным дополнительным подарком вашей подруге или дочке. Очень они красивые. Мой фаворит это вот этот вот ярко-розовый и синий оттенок. Блеск легко распределяется по губам, не создавая ощущения липкости и дискомфорта.